Всем привет, с вами Гринайт, и мы продолжаем Little Nightmares 2. Так, нам надо лезть, да, наверх, по-моему. Надо нажать вот эту кнопочку, я так полагаю. Видимо, нам что-то надо скинуть, чтобы до нее добраться. Окей, давайте. Дубль 2. Дубль 2. Тихо. Поставь. Поставь, не бузи. Мы тогда не допрыгнули, по-моему, да? Типа он не зацепился. Ага, теперь все на... А, вот за это вот фигня. Не зацепился. Ага, раскачка. И вуаля. Все, тихо. Баночку сюда. Не... Ну, подвинься ты. Не шумим, аккуратно идем. Мозги. Ладно. Ага. А, мне мозгами кинуть надо. Прикольно. А я думал, мне еще надо что-то. Здравствуйте. Она пихает жаб в банку. Она замариновала жаб. Она достала нож. Она может нас перерезать им. Так, что громко. Что громко в ухо орёт прям. Она пошла еще препарировать жаб. Наверное, не знаю. Ну, он, в принципе, картинка висит на стене. Зашел. Хорошо. Что же ты нам... Ага, я понял, там не пройти. На кого-то, даже человеческая анатомия. Не-не-не, я боюсь. Ага, забирай. Тихо. Ага, ушла. Хорошо. По стелсу. По стелсу. Она меня не замечала до самого последнего момента. Ну, подвинься. Ага. А вот это вот непонятие, непонимание, где ты находишься, в каком пространстве. Это раздражает. А, нет, я могу здесь пройти, да? Но я не смогу здесь залезть. Она почему-то там именно реагирует на... На что-то. На что-то она там реагирует.
пронесла. Молодец. Мы подиагонали, сместились. Все, мы спрятались. Это вообще никак не тревожит. Почему-то она именно в том моменте она начинает бежать. Типа это заскриптованная херня вообще. Как? Просто объясните мне, как это было сделано. Типа, почему? А, сейчас что-то согрелось, да? Ни хрена, тетя, отвали. А, ничего ты хватать. Нормально, в прыжке. Записывай там свои исследования, все такое. Молодец. Тихо, аккуратно. Не наш, она ушла. Сюда она не подходит. Если я побегу, она меня сразу спалит. Мне надо, чтобы она ушла дальше, на всякий случай. Но дальше она не хочет уходить. Если я побегу, она меня тут же спалит. Хорошо, аккуратно. Без шифта все проходится легко. Фух. Было близко. А это что, куда? Нет. Нет, так нет. Угу. Погнали. Вот так аж улетел. А, было красиво. Красиво было. Ах ты! Вообще я был не в той плоскости, как бы. Но я хотел развернуться обратно, и в итоге не получилось. Какая же она шустрая. Так, тогда сначала бежим. Теперь берем молоток, разворачиваемся, убиваем. Следующий. Ага. Ладно. Взял. Я готов. Сюда
подходишь. Третий. Че, еще кто-нибудь, нет? Я иду с молотком, ребята. Ага, сзади. Хорошо. Наверху. Наверху, наверху не вижу. А, стоит, спрятался, спрятался. Ах ты. Вот просто попугал его. О. А, это, кстати, хорошо. Он такой попугал его. Я думал, он сейчас, ну, типа, постоит, кинется. Нифига она с того места, где... Короче, не подходи, не подходи, не подходи. Держаться на расстоянии. А прям нормально так прыгал. Следующий. Ну, он уже, когда стоял, готовился прыгать, я нажал кнопку. Чё за бред? Я нажал удар. Ничего не знаю. Yes. Yes. Вот я всегда нажимаю, когда он готовится к прыжку. Сейчас он готовился к прыжку и опять не прокатил. Уже второй раз подряд. Она опять за километр прыгнула. То есть это нечестно. Она должна сделать шаг. Ну... Ай, как это неудобно. Что, есть время на его замах, время на ее прыжок. Есть, хорошо. Иди сюда, могила. Он почему-то долго прыгает. Он очень долго прыгает. Вот этот вот именно. Получил, хорошо. Так, иди сюда, мудила. Отлично. Из шкафа были сейчас. Ага. Получил? Молодец. Хорош. Следующий. Ловушка. Нет? Мне кажется, ловушка. А, ловушка впереди. Ну, отпустили ее. Он без затяжки прыгнул. Не верю. Шестая, я иду. Я тебе сейчас там повиляю в заднице. Не. Все. Так, ее как-то надо спустить, да? Молотком разбить. Группируйте. Молодец. Сгруппировалась. Эй, ты живая? Отсюда.
Помоги мне. Вот, вот, отлично. Погнали. О, неплохо. Погнали от этих злых училок, от этих школьников бешеных. Что ты так запрыгнуть не могла? А, что нам попрыгать теперь? А не проще поднять? А, Лиза стоит. Сломали. Так, здесь замок. Слышь, черт, иди сюда. Давай, поехали. Ты чё? А как мне с ним... Ага, ключ. А, мне надо вон забрать что-то. Там есть оружие. Отвлекает ее. Спасибо. Спасибо, молодец, прям умненько, умненько. А чё не так? Давай вместе. А почему они не могли, типа, вдвоем справиться? Напасть на нее, например, как они нападают на нас? В чем проблема? Я не понимаю. Теперь это отвлечение. Она ему голову сломала. Чел, на твоем месте я буду побаивался. Как-то да, они... Ну, она была жесткой, да. Так, ну тут по-любому закрыто, это 100%. А, я думал, нас спали. Музыка перестала играть. Она сразу знает, куда надо идти. Это, кстати, тоже достаточно такие интерес. То есть я скинул, она залезла. Даже двигать, то бишь, не надо. Кто играет? Училка? Ну, естественно. Тихо. Толкайся.
То есть, если я буду двигаться, когда она замолчит, будет плохо, да? Я лучше подожду до следующего. Мне не надо было двигать. Мне надо было. Ладно, сейчас. Тоже знал. Тоже знал. Очень опасно, очень опасно для меня. Давай, 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 давай. Толкай, 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 разгон, 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 разгон. Зачем ты прыгнула? Зачем ты спрыгнула? Ну ладно, хоть тут сейф был. Ну, залазь, 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 залазь. Ой-ой-ой, страшно. Эй, отвали, 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 отвали. Отстанет меня. Ничего не знаю. Ну, сюда-то она... А, все равно лезет. Отстань! Прыжок. Ну, у тебя же не такая длинная башка. Жесть. Жесть. Че, вылазит? Ну, выпрыгни, чё? Алло. Пойдём. Ну, нам куда? Ну, нам вперёд в любом случае. Давай, давай, ты следующая. Что нам хотят показать? А, масштабность, типа. Да.
Опасный город, опасный. Опа, шляпа. Шляпа, шляпа, не шляпа, не шляпа. Нет, не, нет, не берет, значит не шляпа. А, это нам подвинуть. Что у нас не так? А, может сюда? Или нет? А он сразу сваливается. Неправильно, неправильно. Там он почему-то не хватался, не знаю. Вообще он должен. Но он прыгает сразу сюда. Подожди, может камень не пройти? Да нет. Мне типа в любом случае эту петлю подвинуть сюда. Она никуда не встает, значит надо сюда пробежать. Так, залез. А может в бок лезть? Нет, он залазит все равно. Он все равно сюда залазит. Она почему-то не запрыгивает. А почему? Ну хорошо, я сюда залез. А, хватается, он не хватается. Пойдем сюда. А может мне не туда надо? Ничего нет. Ну камень он не движет. Больше ты ничего не сделаешь. Тележку ты не подвинешь опять. Хотя я залез. Но он сразу туда запрыгивает. А здесь он сразу выпрыгивает, если я начинаю хвататься. Ну ты чё? Допрыгну. Залез. Зачем спрыгивать туда? Не понимаю. Сюда он не хочет. Сюда он не хочет. Так. Но нам тут надо туда. Двадцать шестая. А типа, подожди, или мне ее надо позвать? Или что? Ну, иди сюда. Нет, она сюда не хочет. А причем тут 26-я, я не понял. Или мне что-то надо убрать, чтобы мне что-то, ну, типа. Почему 26-я? Так, это не двигается. Это тоже не трогается. Здесь тоже ничего нет. Ну, ты меня как-нибудь подкинешь, или я тебя, или что нам надо сделать? Вообще не понимаю. Так, вместе мы двигаем. Хорошо. Максимально подвинуть. Дай-ка я здесь. Все туда подвину. Что, здесь что-то есть? У меня нет фонарика. Что я пропустил такого, что... Что взял? Не, не пойдет.
Ну, телевизор мы тоже. Давай, залазь, залазь. Эй, сюда. Ну вот она залезла и стоит. Почему? Здесь он все устанет. Ну вот, он сразу перепрыгивает. Это опять же неправильно. Что-то не то. Где-то что-то я не вижу. Что я не вижу? Где я не вижу? Пай. Вот зачем он запрыгивает туда? У меня есть тут что-то внутри? Ага. Ну он сразу выпрыгивает. Он просто он спрыгивает. Блин. Неправильно. Так и должно быть. Хорошо, пойдем поищем что-то. Ну, навряд ли здесь точно ничего тащить не надо. С той стороны мы ничего не перетащим. По этой фигне они ничего не принесут. Что может быть такого прям? Так, здесь ничего не берет. Костюм он тоже не трогает. Мусорный бак. Мусорный бак он тоже не трогает. Хорошо, у меня есть вот этот. На которую я не могу запрыгнуть. Один никто не справится с этой фигней. Но мне же надо как-то. Ну так бы сразу и. А я думаю, ну как-то же, ну, может. А почему он всегда спрыгнет? Неужели он не может стоять? Ладно. Но это было не так уж очевидно, потому что надо задвинуть. Окей. Давай, я тебе помогу. Я тебя поймаю. Я тебя поймаю. Опа-да. Видишь, я тебя поймал. Шляп. Нет, просто корабль. Я думал, это шляп. Шляпа корабль. Оказывается, корабль это не шляпа. Оказывается, корабль это корабль. О! Сюда. Не плавает. О! Ее костюмчик, да? Эпс. Истинные цвета. Так, а я ничего для себя не вижу. Шляпы нет, да, для меня? Не, не подтягивается. Ну, давай. Моно и шестая. Теперь 100%, да? Ну, событие получается до событий шестой разворачивается. Что, ты меня подкинуть хочешь? А-а-а. Окей. Окей. Залезли. А, мне толкнуть просто такое дело, да? Все, пойдем. Пойдем дальше, побежали. Попрыгали. Интересно, что же они в третьей части придумали? А там. Ну, если будет типа третья часть. Ну, она же должна быть третья.
Какие пустые пространства? Что происходит в этом мире? Что это? Вышколенность? Что за вышколенность? Мне интересно просто. А, или вышколенность. Там кто-то сидит. Открываем. Ага. Прикольно. Ничего там. Паркур, паркур, паркур. Ай. Я вместо этой левой кнопки мыши нажал Shift. И не боятся же они куда-то лезть. Типа, ну одна ошибка, и ты труп. Как, ну как так? Насколько в себе уверенный. Эй, подожди меня, ну Мо, ну ты можешь прыгать лучше. Допустим. Предохранитель какой-то. Надо его вставить сюда, да? Окей, лады. Он не вытаскивается, что ли? Ладно. А может его надо типа выбить? Нет. Видимо, нет. Или нам показывают, что должно быть вот так вот. Тогда идем искать. Ага, здесь не открывается. Ну, он не вытаскивал. Я, по крайней мере, подходил, пытался открыть. Открутить, да? Нет. Мне надо открутить, серьезно? Как? Ну вот, я в упор подошел. Ну что ты хочешь, чтобы я сделал? Но он не вытаскивается. Все на то уж пошло. Подходь сюда. Это что? Это тряпки. Это тряпки. Ну я ничего не вижу. Вообще ничего не вижу. Здесь дверь. Здесь ничего нету. Мне надо вытащить. Каким образом? Дверь этой тоже не открывается. Она мне не помогает. Опять что-то очевидное и непонятное. Ладно. Ну, в смысле? В чем прикол? Выкину. Ну, да не... отойди от нее! Подойди сюда. Я вот здесь. Я пытаюсь... А в чем прикол? Ну, я же нажимал. Я подходил, я нажимал. Он не открывал, он не брал. Что за бред? Что там за пиксель был? Гениально.
я вниз включу, да? Было вниз. А че вентиляция-то шатается? Зачем она шатается? Фонарик. А, да это я и так понял. А, глаза. Ну теперь хотя бы с фонариком можно говорить. Ножницы не берем. Здорово. Здравствуйте, здравствуйте. Ага. Интересно. Так, ну здесь закрыто, да, получается? Что, нам кресло-каталку двигать? Нет. Ну, раз камера ведет сюда, значит, нам тоже сюда. Кто там? А, мне показалось, что там есть. Так, здесь ничего мы не сможем сделать. Билетики, билетики. Ой, очередь. Очередь номера 249, это мы. Нет. Так. Ага. Ну, а, ну она же нас подкинет. Да? Нет? Да. А чё, в смысле, ну подкинь, я запрыгну, нажму кнопку. Нет, нет, да, нет. Ну ладно. А, надо просто чем-то кинуть. Чем-то кинуть у нас есть вот здесь. А чё он ничего не берет? Возьми что-нибудь. Не хочет. Значит, автомат. Мог подумать. Не докинул. Что это? Пять. Это сидят манекены, не страшно. Вот, вот это мне надо взять. Вот это вот взять. Не, не вперед надо идти. А, не понял. Так, теперь выровнять мне надо. Держим, держим.
Что не так? Отлично, попал. То ли несколько раз просто надо, то ли непонятно. Бежим, прыгаем. Я уже близко. Так, нужны предохранители, я понял, внизу дверь открыта. Получи, дружба. Прикольно. Че это? А че они дрожат? А ну, не беси меня. Так, предохранитель я здесь не вижу, да? А что это? Что это за комната? Так, залез наверх. Залез на самый верх. Шляпа. Шляпа медведя, да? Да, шляпа. Половина шляпа. Половину собрал. Да, я по-любому пропустил где-то. Но здесь предохранителя нет, поэтому в эту сторону нам навряд ли идти. Так, там лифт. А, ну лифт, наверное, да, типа лифт. А, она нашла предохранитель. Стой. Назад. А, где она нашла? А что ты там таскаешь? Эй, покажи, что у тебя там? Куколка? Что-то надо сжечь. А чё она носит? Ну, на вид не предохранитель. 100%. Нам что-то надо сжечь, так понимаю. У неё какая-то кукла. Просветить медведей. Ключ. Ага. Вот и кидай. Так, в комнате из этих медведей, значит, это. Ну, у нее, ну, я не знаю, ключ, не ключ, но что-то похожее было вроде. Так, сел сюда. А может, я угадал с первого раза? Не, нифига, шел вон. Нифига, да. Подвинься. Так, ну давай тебя.
Посадил. Да не пинай ты его, просто посади. Все, посадил, молодец. И второго сразу оттащим. Ну, кто же догадался? Кто, чувак в шляпе, глаза, одежда. Что-то непонятное творится здесь. Так. На. Сел, сидишь. Кто из вас? Ага. Вот в нем. Так, пошли сжигать. Хм, интересно, интересно даже. Такая загадка прям. Нет. Типа, ну откуда должен был догадаться, что мне надо посмотреть игрушку, чтобы догадаться, что там ключ. Предохранитель. Ну хотя если бы мы засунули предохранитель сюда. Да, иди сюда. А ты-то туда нафига? Сейчас. И тебя туда же. Да тебя туда не надо. Сгоришь. Пусти меня. Ключ. Один. Все, больше ничего тут такого интересного. Ну, чья-то рука, правда. Почему она не сгорела? Дотла. Нам неизвестно. Ключ. А куда ключ? Мы еще не знаем тоже. Что странно. Ну, значит, где-то наверху, потому что здесь ничего нет. Ничего не было. Значит, я правильно пошел, что сюда. Здесь где-то есть замок. Вот он. Это тот? Да. Сорян, тупой, не захватился. Я хотел ее перепрыгнуть, а в итоге она меня поймала. Интересно, что... Ага. Отстанет меня. Нету, 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 нету. Отвали. А я тут, а? А я здесь, а? Да здесь я, здесь я, здесь я. А вот я вот так умею. Так не умеешь. Ух ты какая. Да лезь, 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 быстрее. Противная рука. Оба-на.
Полезли. Ага. А мы ходим. Ну ладно, мы правильно бежим. Отлично. А ты тварь где-то рядом. Ага. А вот хрен тебе. А я вот так могу. А ты же не прыгала так. Вот скотина. Бежим. Ага, удачи. Вот так вот. Я убежал. Тикаем. Ага. Надо ее перебить, я понял. Ага, вот так. Отлично. Ах ты, скотина! Ах ты, скотина мелкая. Беги, тварь, беги, сейчас я тебя. Ага, и вот сейчас. Ага. Тихаем. Не попал. Она атакует. Ага. Попал. Куда ты? А ну-ка вернись. Ага. Так, она нападает. Ага. Ох, скотина. Нападает. Получила. Еще разок, тварь, а. Ну, идите, дайте. Ага. Давайте сюда. Не смей вставать, тварь. Даже не думай об этом. И оставайся мертв. Ну, видимо, определенное количество раз надо было ударить. Так, а мне в эту сторону, да? Угу. Отодвинуть? А, и дверь открывается. Отлично. А, нет? Стоп, а куда тогда? Мне же надо предохранитель. Куда-то. Наверх я его не закину. Потому что я прям сверху спрыгнул. Да. Да, все. Я здесь застрял. На эту. Значит, куда-то надо мне его засунуть. Молоток. Молоток. Разбить стекло. Сейчас разобьем. Главное, предохранитель не сломать. Отлично. Молоток можно бросить. Предохранитель туда швырнуть. Привет. А что ты делаешь? Эй. Прям. А что-то мне кажется, шестая какая-то жестокая. Так, а куда? Ну давай сюда вот. Сюда воткнули. Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо. Типа мы один нашли.
Можем его открыть, ну, открыть туда, чтобы, типа, потом еще найти один, и потом вот эти два мы сюда вставим, да? Или найти, типа, еще два. Ну, хотя навряд ли. Зачем еще искать два, когда у нас будет два вообще? Вытащить их можно. Так, ой, пора заканчивать, да? Ну, сейчас мы здесь ставим. Пойдем сюда. Ага, здесь нужен предохранитель. А, вода, губка, и если мы включим предохранитель, мы поджаримся, да? Ладно, давайте вот здесь закончим, и все равно же я буду записывать вторую серию. С вами был Green Knight. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. Ссылка на плейлист и на паблик в описании под видео. Всем пока!